В общем, видео о том. Да, всем привет, кстати. Видео о том, насколько литой акрил ухудшает выработку солнечных элементов электроэнергии. Есть видео, где снято до, то есть вот когда просто элементы. Данное видео, после того, как закатали панельку. Смотрим. Плюс. Подсоединяем к плюсу. Минус к минусу. Включаем. У нас было, по-моему, 1,6. Что-то такое. Ну, мы тест делаем обычным фонариком. Включаем. То есть у нас тоже там все скакало. И доходило до 1. Секунду. Видно, да? То есть сейчас 1,53, было 1,55. Вот. Теперь померяем ток короткого замыкания. Это, конечно, на 10 амперах это сильно грубый показатель будет. Но у нас был 0,8. То есть 0,08. А в данном случае у нас смотрим. То есть видно, что с этой, что с этим акрилом, что без него результат абсолютно идентичный. Несмотря на то, что акрил 4-миллиметровый. Ну, разве что вольтаж трохи уменьшился. Возможно, нужно было бы, конечно, на прямом солнце попробовать вольтаж, ампераж, и, соответственно, потом уже замерить это на закатанном, закатанной солнечной батарее. Но я также хочу сказать, что элементы, они вот по виду одинаковые, но именно выдают ток они разные. То есть бывает там класс А солнечных элементов, который должен выдавать каждый элемент 3,8 ватта. Один может выдавать 3,8 ватта, там 4 даже ватта. Один может не выдавать даже и 3 ватта. В общем, тоже не показатель. То есть нужно на солнце направлять именно батарею, которая не имеет акрила. Потом ее же закатывать, ее же снимать. Ну, при помощи фонарика мы вот эту панель снимали, как она себя ведет без акрила. И сейчас сняли, как она ведет себя с акрилом. Надеюсь, было полезно, познавательно. Мне лично это самому было полезно, потому что я переживал за то, как поведет акрил в плане выработки электроэнергии. Спасибо большое.